чуть, что вы хотите назвать? Сейчас, секунду, буквально 3 минуты расскажите. Тут просто, оно ж всем разным. На данный момент у нас 7 человек в кафе, это не так много, когда было 23, было все немножко поплотнее, но сейчас можем уже чуть-чуть расслабиться. Здесь вот спят 2 человека, рядышком у нас здесь малый зал оборудован еще сразу как сушка, поэтому здесь все полотенчики сушатся, развлекаемся как можем, рисуем картины, читаем книги, как бы. Ничего страшного. Вы не поверите, я всем говорю. Где вы опять? Все, здесь, слава. Здравствуйте. Сейчас я просто... Я могу показать, где он сейчас есть. А, давай, вот, давайте. Я знал, что здесь есть кафе. Первый же день это я был в метро на Боцаде, там было очень много людей. Там встретил уже тоже человека, который в общежитии живу. И он сказал, что лучше сюда перебраться, тут намного безопаснее и спокойнее. Мне кажется, людям нечего. Ну, полотенец приносили, но уже с Полтавы. С Полтавы, ну вот он... Кофе-то все равно с любовью. Самое большое количество было на второй и третий день, потому что тогда еще люди не успевали куда-то уехать, а дома сидеть было очень небезопасно, поэтому именно в эти моменты у нас было максимальное количество людей. За первые 2-3 дня у нас было 17-19, и максимальное количество человек у нас было 23 человека. Вот, но сейчас уже поменьше, потому что очень много семей уехало из дома, с которого к нам приходило, да и, в принципе, людей из города очень много эвакуировалось, поэтому у нас сейчас поменьше. У них-то расписания нету, что война, и никто не придет в гости, уже никто не погладит и не принесет новую игрушку. С игрушками на самом деле проблема, но это не самое главное, главное, что у нас корм есть. Вот. Но енотики наши уже начинают понимать, что пришла какая-то грусть, что они уже не так активно себя ведут, они понимают, что людей стало поменьше, от этого они грустят.